Первая ссылка в описании на наш новый YouTube-канал, на котором выходит только Майнкрафт. Как только тут будет 40 тысяч подписчиков, я выложу сразу первое видео с Настей. Поэтому первая ссылка в описании, подписывайтесь, я надеюсь, то, что вы это сделаете. Короче, засмеялся, задонатил $400, видосик позе, погнали смотреть. 16 лет. Господи помилуй! Обосрался! Позе, ты чё? Засмеялся, задонатил, пятая часть. Ребята, я знаю, что вы просто обожаете эту рубрику. И именно поэтому сегодня я отобрал для вас еще больше смешных видосиков, над которыми мы с вами постараемся не смеяться. Ладно, ну давай. Я ничего не отбирал, я попросил своих подписчиков отправлять мне самые смешные видео. И если подписчику удастся меня рассмешить, я задоначу $100. Поэтому, ребята, рассчитываю 7000 рублей, господи, на ваш лайк. Потому что мне кажется, что эта шляпа немного ожила. Ну а также нажмите на красную кнопку подписаться. Гост видос. Что бы это ни значило. Итак, чувак строит платформу из грязи. Он скинул коровку. Чё? Но это же не смешно. Там что, реально в оригинальном видосе корова с неба упала? О май гад. Нет, братан. А, ты имеешь в виду... Странно, кстати. На самом деле, я чуть не улыбнулся, но я сдержался. Но пока ничего смешного. Майнкрафт мемесы. О, это будет сложно. Ну давайте давай. Я заранее это сделаю. Все, теперь я точно не буду смеяться. Так, чувак открывает сундук. Автомат Калашникова. Он убегает. Это голодные игры в Майнкрафте. Он просто... Но это не смешно. Застилил оружие и убежал. Но это нормально для голодных игр. Правда, я не думал, что в Майнкрафте есть АК-47. Мясо. И он сейчас превратится... А, это очень... Блин, почему это не смешно? Позе смешно, мне обидно. Милое видео. Я не мог здесь не засмеяться. Он подбегает к свинке, тычет ее по пузу, и, видимо, свинке стало щекотно. Она упала на бок. О, это так мило. Ладно, ладно. Если бы я не засмеялся, то я был бы просто Волан-де-Мортом. Один... Да вы что, офигеете? Все Волан-де-Морт, по-вашему? Останьте, а? Ноль в пользу подписчиков. $100 улетают. Напишите в комментариях, а вы заржали? В сторону подписчиков. Пока, $100. Что ж, я не думал, что я засмеюсь прямо в самом начале этого ролика. Майнкрафт мемес. Чувак идет с велосипедом. Ударился в дерево. Пытается сломать дерево. О, он сломал дерево. Ничего себе. Ну, кстати говоря, это было забавно. Вот это было смешно, Позе. Что это был за звук в конце? Нет, меня больше рассмешил не этот звук, это девочка маленькая как будто за это. А вот когда он, вот смотрите, это же смешно. Чувак идет с велосипедом, ударился в дерево, пытается сломать... Оно отвалилось, я не знаю, это ржачно. О май гад, я совсем забыл про этот звук, это читерный звук, который заставляет смеяться любого. О, форсаж. Последняя часть, кстати, так себе. Стив, мы с тобой увидимся. Это и они типа путь по разным сторонам. Еще один Майнкрафт мемес. Ох, сколько Майнкрафт мемесов сегодня. Давай. Ломает землю, ломает землю. А, это дерево. Это он бьет по ноутбуку. Нет, он бьет по клавиатуре, не по ноутбуку. Просто не до конца понятно, что это было. Это клавиатура ноутбука или клавиатура компьютера? Да насрать, короче, что это? Какая разница? Я в 3 часа ночи чихаю на кладбище. Давай, пойте, пофигу. 3 часа ночи кто-то гуляет на кладбище. Будь здоров. Будь здоров. 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 Слава Советскому Союзу. Будь здоров. Это... Я не заржал, конечно, но улыбка есть. А тут надо именно засмеялся, задонатил. Поэтому мы не проиграли. Но это забавно. Что ж, я это оставлю без комментариев. Бравл Старс запретили мат в соцсетях. Брат, задонивший и снимающий Бравл в соседней комнате. Не повезло младшему брату слышать ночные крики из-за того, что из сундука ничего не выпало. Умоляю, пожалуйста, легендарка. Блядь, говно, блядь.
Вот хоть капельку было смешно? Я думаю, что нет. Кто? Ну, не знаю. Было немножко... забавно, я бы сказал. Решил отправить такое видео. Ты что, дура? Мой друг делает всю работу в Майнкрафте. О, у всех был такой друг в Майнкрафте. Ну да, мне кажется, у всех такой был, я не спорю. Я катаюсь с ламой на лодке. Что-то в глаз попало. Кажется, это была смешинка, которую я сдержал. Она решила выйти через глаз. 100% засмеешься. Ну, давайте проверим. Нет, он улетел. Господи, Пози, почему такой громкий? Понял. Все хайповые словечки есть в этом названии. Я должен просто засмеяться. Мой папа богатель Пачо, звони злечо. Мой папа богатель Пачо, звони злечо. А я наверное... Я не знаю, я кринж испытываю. Пачо, я богатый. Я богатый. У этого парня явно есть талант. Это будущий Моргенштерн. Я богатый. Ну ладно. Что-то между засмеяться хотелось и кринжануть, поэтому я не мог нормально почувствовать это ощущение. Либо хотелось засмеяться. В один момент было смешно, а в один момент настолько кринжово, что это жесть. Так, звонок в дверь. Опа, записочка. Повестка, что ли? Да, я так и думал. Кто это? Повестка! Нет! Держи ее обратно. Беги! А нет, он сел обратно за комп. Да елки, кто там опять пришел? Сейчас. Уго, это Эль Прима? А, это точно не Эль Прима. Я, пожалуй, закрою это видео. Эль Мао! Никогда не знал, как читается правильно эта фраза. Я второй раз вижу. Что? Вы поняли? Типа, он ложится. Никогда не знал, как читается правильно эта фраза. Типа, он на лошадке доезжает, ложится, и он сам не ожидает этого. Я второй раз вижу этот ролик и чуть не сошел с ума. Хватит. Я первый раз увидел, смешно реально. Как вы можете видеть, я упал с моста. Я оцениваю свою высоту где-то в 40 блоков. Используя законы Ньютона, я могу определить, что моя скорость падения будет примерно 25 блоков в секунду. Соответственно, я не выживу при падении на землю. Также я не могу добраться до воды, так как игрок может двигаться только со скоростью 2 блока в секунду, а у меня есть только 1-2 секунды, прежде чем я упаду на землю. Итак, из выходов я могу бросить либо глаз края, либо разлить воду и приземлиться в нее. Но это все слишком... Что бы вы сделали? Я бы, наверное, кинул... Давай, не мешай ему говорить. Пози, дай послушать, что он скажет. Я думаю, можно с помощью этого верстака на выступе скрафтить лодку и поставить ее перед приземлением и сесть в нее. Сделаем это. Как же это тупо. Простите, я не сделал. Блин, я что-то вот... А мне вот не смешно было. Пожалуйста. Окей, еще 100 баксов улетают в сторону подписчиков. 2-0. Опять они меня выигрывают. Будет хоть один ролик засмеялся, задонатил, где я не задоначу. А? О, это Влад А4 с Кока-Колой. О! Вы должны это попробовать. Посмотрите, закрыто. И что? Черт! Влад А4 отнимает мои деньги. Еще что ли минус 100 долларов? Ну, получается так. Он типа рыгнул, на самом деле. Я просил отправлять Майнкрафт видео. Ну ладно, я думаю, мы можем с вами сделать исключение. 100 долларов в сторону подписчиков. Второй раз подряд. Ладно, дайте я хотя бы пересмотрю это видео. Там, конечно, он не рыгал, типа, но это смешно. Рыгание, пердеж, шутки про говно всегда будут актуальными. Я согласен. Сам. Деревянный домик, заходит внутрь, сундук, кладет туда алмаз. А в чем смысл? Это рыбаческий домик, когда я играю с другом. А, это типа тайник. Он спрятал вещи от своего друга. 10-этапная защита. Воу! И там спрятан один алмаз, да? Нужно пройти лабиринт. Всегда придерживайся левой стороны. Ого! Еще один тайник. Люк. Так, спускается вниз.
нужно нажать на правильный рычаг. Ничего себе, он заморочился! Прикольно! Чтобы спрятать один алмаз, серьезно? А, тут куча алмазов. Я думал, всего лишь один алмаз. Это было бы забавно. Коротко, моей удачи. Пожелайте мне удачи. О! Он упал вниз. Он заливает лавой. Он заливает его лавой. I don't think so. Так, yes. Давай. О, изумруды. О, туннель вниз был. Нифига себе. Вот это... Очуметь, да ладно. Он упал в лаву не вовремя. Все-таки лава его настигла. Ну, это было прикольно. Но не смешно, но прикольно. Тихо, а? Как вам шутеечка? Ставь лайк. Без названий. Че он сказал? Пошутил. О, туннель вниз был. Нифига себе. Вот это он упал в лаву не вовремя. Все-таки лава его настигла. А? Как вам шутеечка? А, ну да, забавно. И на канал Майнич тоже было бы круто подписаться. Первая ссылка в описании. Ставь лайк. Без названия. А, это какой-то спидран. Смотрите, я вижу таймер. They have him cornered, but he quickly escapes. Так. Житель убегает от разбойников. Он застрял! Это забег жителей! Зомби спасает! Он атакует разбойников! Сколько он проживет? Он уже одну минуту продержался, ничего себе! Давай, 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 поднимайся наверх! Куда он дальше побежит? Как они его еще не убили? Сколько у него хп? До пропасти нет выхода. Еще несколько выстрелов, и он умрет. Зомби догоняет. Смотрите. А, нет! Он сейчас упадет вниз. Ему некуда бежать. О! Еще один удар, и все, ему конец. Нет! Он улетел вниз. В воду? О! Он выжил! Ничего себе! Вот... Офигеть! Это удача! Я бы на месте этого жителя купил это бы изумрудный билетик себе. На удачу. Now look at this. Пабло. Что? Причем здесь Пабло? Пабло. Не понял. Сип флексит под барбариков. Ладно, это я тоже уже видел. Оно, Майнкрафт, ржал до слез. Белые кораблики, белые корабли. Нет! Джимми, ты не это ищешь? Ух ты! Это я, Пеннивайз. А чей это корабличи? Джей? Чей это корабличи? Только что упал. Хочешь его забрать? Как он сюда попал? Мне, в общем-то, идти пора. Как? Идти без этого? Довериться злобному клоуну и взять у него кораблик? Или уйти домой? Ха! Домой уйти, конечно. А вот так сложный вопрос. Без этого? Да? Да, ну на... Рукой сделаю, бумага не золото. Погоди, да еще раз. Да? Да, ну на... Рукой сделаю, бумага не золото. Это смешно. Черт! Без этого? Да? Да, ну на... Рукой сделаю, бумага не золото. Да, так смешно. И должен был закончиться фильм «Оно». Вот именно на этой сцене. 4-0. Блин, в позе прикольно, да. У нас в позе, короче, плюс-минус похожие ржаки, над чем можно посмеяться. Можете себе представить? 400 баксов я уже задонатил своим подписчикам. Фух, никто, абсолютно никто. Я в 16 лет. Иван, 16 лет. Реальный пацан. Разбирается в мемах и хайповой моде. Ищет горячую чику постарше. Это я, когда выхожу из своей студии. Интересно. Из берлоги нашей, согласись. Вот как у меня. Из какой передачи это вырезка? Но скорее я из студии выхожу вот так. Иван, 16 лет. ГДЗ по физике, упражнение 248. Музыка. Диско. Почему качество такое шакалистое? Да ладно, забей.
Понятно, это супер старое видео. Ну да. Я от этого словил кринж. Я думаю, что это кринж останется для следующего выпуска. Не слови кринж, в принципе, чтобы да. не задонатить. Неплохо. Ребята, получилось. Огромное спасибо, что вы посмотрели этот ролик. Короче, пусть прикольные ролики на самом деле. Было интересно посмотреть вместе с ним. Напишите в комментариях, как вам. Вот. С вами был Богдан. Если сегодня будет 18 тысяч подписчиков на нашем новом канале, то сегодня проведу стрим в 19:00 по Москве. Поэтому с вами был Богдан. Позже, как говорится. Ссылка на оригинальное видео в описании. Первая ссылка в описании на наш новый канал. С вами был Богдан. Спасибо за просмотр. Всем пока.